Более сотни воспитателей, директоров и методистов из детских садов всего Приангарья находятся в эти дни в Усть-Илимске. По решению Министерства образования области именно у нас проводится 6-я региональная стажировочная сессия. Площадками для подобных мероприятий становятся лишь города, где на протяжении многих лет умеют удивлять необычным подходом к работе с детьми и высокими показателями. С каким настроением приехали гости, узнаете из нашего репортажа. 3 года назад зародилось стажировочное движение среди работников дошкольного образования. Явление это уникальное, потому что позволяет людям, посещая другие территории, другие муниципальные образования, приобрести багаж методический, какую-то методическую копилочку пополнить и применить все, что они увидят, все, что им покажется интересным в своей собственной практике. Это 6-я стажировочная сессия. Почему город Усть-Илимск? Потому что я совершенно уверена, что детские сады города Усть-Илимска в состоянии показать нам уникальный, специфический опыт работы. И столько находок в детских садах Усть-Илимска, сколько мы нигде не видели в другой территории. Поэтому я совершенно уверена, что эта стажировочная сессия пройдет блестяще. Региональная стажировочная сессия продлится 3 дня. За это время пройдут многочисленные мастер-классы, лекции. Посетят гости большинство из 25 городских дошкольных учреждений. Ожидают экскурсии по достопримечательностям Усть-Илимска. Торжественное открытие состоялось 10 числа в ДК имени Наимушина. Артисты Дворца культуры подготовили выступление, всем на удивление, а начальник местного управления образования Любовь Пронина на правах встречающей стороны взяла слово. Детские сады реализуют абсолютно сегодня все потребности нашего населения. Это и общеразвивающие группы в составе наших детских садов, и группы для детей с различными проблемами, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата, здоровья психического, физического здоровья. Вот есть у нас единственный, насколько я знаю, в Иркутской области детский сад для детей с ослабленным зрением, слухом. И мы давно реализуем программы, соответствующие совместной системой здравоохранения. Есть у нас 2 года назад открылись совершенно новые группы для детей с умственной отсталостью, то есть для детей с одаренных. То есть весь спектр потребностей, которые сегодня есть у общества, в системе дошкольного образования реализуется. Любовь Пронина развенчала мифы, что положительных результатов можно добиться полумагическими таинствами и отдельными секретами. Причина успеха нашего дошкольного образования в стратегии, разработанной больше 8 лет назад. Обозначенные тогда вопросы решаются поэтапно и планомерно. Так очереди в детские сады исчезли еще 5 лет назад. Следующий шаг – открытие групп для детей от 1 года. Отличает усть-илимский комплексный подход к воспитанию. Благодаря плотному сотрудничеству с управлением культуры и управлением спорта, 9 из 10 дошколят посещают различные секции или кружки. Каждую неделю ходят в музеи и на спектакли. На выходе из садиков, а затем и школ, дети не только сильные в базовой программе обучения, но и достаточно четко понимают, какую профессию хотят освоить в будущем. Славой усть-илимского дошкольного образования полнятся близлежащие города. Так Анжелика Белоусова приехала к нам из соседнего Железногорска и Илимского. Научиться какому-то еще опыту, то есть рассказать потом своим, то есть, да, что-то такое. Вот, то есть поделиться опытом. Может быть, и своим каким-то поделиться, и научиться потом поделиться. А Марина Большишапова приехала из достаточно большого и успешного Братска. Участвует в подобных мероприятиях не в первый раз, но уверена, что многому можно будет научиться у коллег из Усть-Илимска. Участвую в стажировочных сессиях уже 6-й раз. Очень рада приехать в Усть-Илимск, узнать много нового, интересного, и потом использовать в своей работе, в своей территории. Максим Сизых и Александр Панкратьев. Информационная программа «Северный город».